Они пропускают вперед все три пары. Таким образом, Бобров и Соловьев поднимаются до четвертого места. Но, видимо, уже не выше, потому что впереди осталось выступление лидеров с большим преимуществом опережающих кого бы то ни было. Натали Пешала, Фабьен Бурза, ну а за ними американцы. Сначала французы откатают программу на музыку Чарли Чаплина. Вы легко узнаете эти образы. Саша Жулин. Нервничает Натали Пешала и Фабьен Бурза. Так бы я сказала, очень миленькая программка. Почему-то я в ней не увидела никаких новаторских вещей. Потому что они
делали такие умопомрачительные поддержки, которые заставили многих в мире встрепенуться, призадуматься, что может делать танцевальная пара. Видимо, им это еще предстоит. Они не упали, не споткнулись. Они нормально катались. Но я думаю, что наши пары, которые там выступают, которые здесь остались, я думаю, что они сильнее. Ну, кое-что новое все-таки у французов было. Это вот эти вот, где он подкидывает, перекидывает. При смене позы в поддержке позиции. Просто, может быть, они так немножко не после олимпийского было. Сезона решили сбавить. Или наоборот, после олимпийского сезона нельзя сбавлять. Как правильно? Аля кому? Они же не выиграли олимпийские игры. Так же не делают. Ну, это Маринину. Известный совершенно поворот. И это тоже известно. Да. Конечно. Просто два элемента соединены вместе, да? Нужно время, чтобы выучить. Ну, во-первых, их первая танцевальная пара, которая была на протяжении многих лет, да? Делабель. Они были реформаторами, они всегда нас поражали. Я на днях вспоминала их произвольную программу олимпийскую. Просто они были уже не в этой пульке, потому что их выбросили. Потому что она рожала ребенка. И их до этого уже не судили. А у них была совершенно феноменальная программа. По красоте и по сложности. Они еще не дотягивают этой высоты. Зато смотрите, какие танцев. Оценки. А оценки очень высокие. На 12 баллов выше, чем у ближайших преследователей. И это только в произвольной программе. А в общей сложности они обогнали на 23 балла своих соперников ближайших. А сейчас еще будут кататься.